С этим видео я нормально так опоздала, но все равно хотелось бы поделиться своими кружками и удачей. Вообще, мне на баннерах не очень везет, но когда я долго коплю на персонажей, мне начинает вести. И я этому очень рада. Хотелось бы похвастаться. Но это, конечно, так, прикол. Вчера вышли баннеры Аяки и Шэньхэ, но я болею до сих пор. А вчера меня вообще вынесло, разнесло, и я спала весь день. Кстати, сегодня я сделала 10-ку ради Мики и покажу тоже, что из этого вышло. Повезло ли мне? На баннере Хутао я накопила 251 кружку. И потом еще в магазине взяла еще. Крутила я в горах Льюэ, у меня был 100% грант, и первым делом я, конечно, выбила мою самую первую хутау. Потом я пошла в оружейку, и можете потом наблюдать, возможно, буду комментировать карту. Конечно же, Хома не выпала мне сначала. Я проиграла сначала лук. Попался мне. Который я, кстати, тоже очень хотела. И потом небесный меч. И у меня, оказывается, сохранились некоторые записи моего голоса. Я там говорила. А потом уже Хома. Пыталась. Когда я выбила Хому, я отстала от ружейки, но пошла бомбить баннер Хутао снова. Получила ее С1 и пошла выбивать Илань, потому что Илань топовый саппорт под Хутао. Ну, я тут немножко обосралась и получила Илань. Ой, Джин. А уже потом Илань. Потом, несколько дней спустя, я получила С2 Хутао на 12-й кружке и обалдела, и сняла на камеру, как я ей второе созвездие активирую. Обещала снять то, что мне выпало сегодня, то есть на баннере уже Шэньхэ. Мне выпал С1 Мика, и это классно, потому что... Дальше я крутить не буду, потому что я буду копить на кого-то, кого хочу. А Аяка у меня уже есть, а Шэньхэ я не хочу. Поэтому как бы до новых встреч. Забыла сказать, конечно же, всем удачи на баннерах. Выбивайте, кого любите, кого действительно хотите. И чтоб вам так же везло с пятерками, четверками.